искусства открывается у всех неравнодушных к искусству. Центр современного искусства расширяет свои границы. Здесь ждут все, кто мечтает проявить себя. Реализовать себя творчески теперь можно в новом универсальном пространстве, открывшемся в Центре современного искусства. Loft Project Center – это поистине уникальная площадка, не имеющая аналогов в нашем городе. Здесь есть все для проведения фотосъемок, лекций и кинопоказов. Более того, как уверяют организаторы, каждый пришедший сюда со свежей идеей непременно получит помощь, а также необходимые ресурсы для реализации своего проекта. Концерты, лекции, выставки, перформансы, театральные представления, да вообще все что угодно, собственно говоря, по большому счету. То есть это пространство, оно именно в том преимуществе, что оно многофункциональное, и оно очень быстро трансформируется под необходимые цели. Презентация новой творческой площадки прошла успешно, говорят организаторы. Присутствующие смогли увидеть огненное шоу, пообщаться с единомышленниками, а также насладиться хорошей музыкой. Еще одним сюрпризом для гостей вечера стало выступление в стиле стендап. Своим визитом присутствующих порадовали и известные орловские фотографы. Вот это пространство, которое сегодня открылось, оно, я думаю, будет очень полезно людям, которые занимаются и разного вида фотографии. Мне, например, будет очень полезно. Работа на новой площадке уже стартовала. Совсем скоро все желающие смогут стать участниками семинаров и обучающих лекций. Екатерина Соленкова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».